Дорогие друзья, всем привет! Благодарю! Я рада вас видеть. Я надеюсь, вы меня слышите. Сегодня у нас очень интересное печенье. Начнем. Здесь масло, сахар и соль. Взбиваем. Взбили. Добавляем яйцо. Все ингредиенты комнатной температуры. Это очень важно. Добавим ванильный сахар. Берем весы. Подробный рецепт и технология вы же знаете, что, как всегда, под видео. Взбиваем. Вот такая уже у нас красивая масса получилась. Дальше добавляем йогурт или кефир. Так, немножко. Чуть переложила. Вот так. Следующий ингредиент – это морковное пюре с апельсиновым соком. Как я делала морковное? Я морковку отварила, измельчила при помощи блендера с добавлением апельсинового сока. И обязательно цедру апельсина, свежую. Я ее заранее не делаю. Вот так. Самая вкусная цедра, когда она приготовлена вот так, сразу. У вас есть время подписаться на мой канал. Все. И все хорошо перемешиваем. Такое красивое у нас получилось тесто. Дальше. Рыхлитель теста. И щепотка соды. И все это перемешиваем. Добавляем просеянную муку. Вот так. И уже замешиваем тесто. Но это еще не все. Все, отсаживаем при помощи ложки наше печенье. Духовку включаем 180. А часть теста, что у нас осталось, мы добавляем какао. Я добавила какао. И все это хорошо перемешиваю. И вот так сверху добавляю. Все, 180 градусов. Время зависит от размера печенья. Будем смотреть. Примерно 15 минут. Плюс-минус. Все, и ставим в духовку. Прошло 15 минут. Посмотрите на это великолепное печенье. Мягкое, но оно очень горячее. Пока не могу поднять. Но оно просто невероятное. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока и до новых встреч. Если подождете минутку, покажу, какое оно в разрезе.